Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Я играю за Франко Иберию против пятерых соперников, и если вы не видели первую серию, смотрите не сначала, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Постоянно мне инопланетяне тут перебивают связь. Я, пожалуй, сюда вот вниз поведу, чтобы сразу вместо Лалибеллы поставить город. Пройду все-таки дорогу, наверное. Хотя оно требует содержания, блин, ладно, тогда уберу миазму. О, капсулка, блин, не на море, к сожалению. Эй, Лёша, это ты делаешь? Что убийство именно? Мирных жителей. Не знаю, о чем речь. Ну ты не стыдно тебе? Стыдно. Очень хорошая станция была. Ну окей. У Кирсана там тетя жила. А чё ж ты её с собой не взял? А на станцию отправил куда-то. Так, надо вот тут три города поставить. Тут, тут и тут. И будет норм. Еще вот здесь ниже надо поставить. Сколько тут еще ходов? Эта фигня будет. Три хода.
Мне предлагают вот здесь, но... Кстати, а вот здесь, наверное, хорошее место. Вот тут поставлю. Ребята, можно вопросик глупый? А чем лучше всего этого подземного червя убивать? Можно более сильным юнитом, чем? Пример чем? Ну лучше, конечно, лучше стреляющими, которые издалека будут стрелять, просто не подходя, потому что он с одного удара, считай. Стреляющим ты будешь, наверное, ходов 20 вот. Ну да, да. Нет, второго уровня пехотинец. Второго на шестом совершенстве, что ли? Ну да. Ну зачем? Если взято два праведности, ты один солдат, ну его убьешь быстро. Ну и политика. Три-четыре солдата его за два хода уничтожат. Спасибо. Ну если ты не идешь красную, тогда да, ждать только. Только ждать. Так, куда нам рабочего отправить? К Просперите, где вообще посмотреть, кто во что идет? Ну, просто открываешь дипломатию с кем-нибудь. Плюсик дипломатический обзор. А, да, кстати. Самый лучший способ, действительно. О, клево, спасибо. Ну, судя по всему, никто никуда пока не идет, просто... Какие-то очки были набраны, вот оно есть. О, у нас есть лидер по науке. Пора останавливать. Кто? Серпан. Так. На 20. Две техи больше у остальных, чем у остальных. 20. Это просто, 16, это виноват это. 20. Славянский союз, я у него взял науку. Вот виноват он, останавливать будут тебя. Так, где червь? Что я его встретил? А, вон он. Ну, это далеко. Еще глупый вопрос, какой техно открыть, чтобы экспедиции на море было свободным делать? Никакую. Никакую, да. Ты сразу можешь спускаться на море. Мне исследователь не захотел ставить экспедицию. Ну, желание твоих исследователей мы не можем учитывать. Просто бывает такое, реально, исследователь просто говорит, не хочу, и все. У тебя может закончиться заряд? Там на один заряд. Точно, ты прав. Не, предыдущая версия была лучше. Да, я тоже считаю, что скорее просто такой нехочуха великий. Блин, наверное, я тут поставлю город. Еще один. Раз, два, три, да, влазит все. Какие все злые, а? Особенно Лёша, который меня уже третий город подселяет. Начинается. А он тебя подселяет? Какой он нехороший.
Так, там где-то был, надо посмотреть, теха, которая... О, гелиоприемник. Еще Алексей, один. Давайте договоримся, я вам пущу два каравана, вы будете мне каравана. Ну, хорошо. Тем более, что я не собирался его вообще больше подселять, тут некуда ставить. Я все дальше буду на море ставить, то есть здесь буду ставить, здесь буду ставить. Плюс сток производства орбитальных юнитов. Тоже так себе. Могут обстреливать врагов. О, плюс 100% к скорости экспедиции. Ну, блин, тоже сейчас не особо интересно. Увеличивается население в Ликере, а в столице, ну окей. Не знаю, запускать куда тут. Тут уже работает в столице. Может подождать, пока тут лучше этот закончит, туда и туда запустить. А, он еще долго будет, один с ходов. Знаете, вот над грибом отправим. Тут все обрабатывается, в принципе. Блин, еще и с той стороны уже. Так, граноксита построена. Ну, надо бы уже со здоровьем что-то думать, начинать. Так, тут я уже все исследовал. Поплывем исследовать у индуса, что там, где там. Героическая музыка.
Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии consulwar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз. consulwar.ru. Объясните, почему кто-то быстро идет по науке, а кто-то долго? Тут нет таких библиотек, нам скорость. Количество жителей. То есть напрямую влияет только количество, да, Также здесь есть лаборатории и все остальное. Лаборатория это не открывается. В смысле не открывается? Ну то есть тут тот же Сарп нас то обогнал на несколько тех, это он чисто брал лапы на науку, что ли? Не знаю, что я брал. Все загадочное. Ну ладно.
Блин, был выключен микрофон. Против... Вы открыли обработку данных. Против морских юнитов, естественно, все берется. И я посмотрел, что где открывать, какие техи там нужны мне для выполнения квестов. О, я могу передвинуть город, но за счет этого клетки добавляются, но пока не буду. Так, возобновили здесь. Так, тут я исследую экспедицию. Эту отправим, наверное. Давайте устройство предтеч. Ты от Кицал расскажи, слишком много. Меня предыдущая игра научила, что не бывает много кораблей. Не волнуйся, он если будет нападать, то на меня. Грей. Не, мы тут с ним совсем рядом, прям граничим. Кто у нас не морской? Кто у нас не морской? Давайте на него нападем. Ты вообще знаешь, где он? Да ладно, блин, ну эти инопланетяне достали мне поселов уничтожать. Нет, так сколько у него кораблей уже? 12? Сколько у него кораблей уже? Больше. Хороший вопрос. Все бы хотели знать. Кто-то же их видел. Кто-то же их видел. Смотрите, у нас пятеро. Можем каждый по три корабля построить, отдать Лёше. У нас будет миротворческий отряд. 15 штук у Лёши будет. 15. Прекрасный план. Только, Лёш, не пугайся, когда к тебе приплывут корабли. Только, Лёш, не пугайся, когда к тебе приплывут корабли. Это миротворческое корабли. Ладно. Так, ещё геотермальную эту скважину надо. Гео... Блин. Вот, только здесь аж. Ну, экологию я открыл.
А вот и индийский флот. Мне уже заняться инопланетянами, они как-то достали, честно говоря. Слегка надоели. Блин, а где ж эта штука, которая... Водные. Обсерватория пусковой. Док, вот, док. Мне физика открыта. Так. Так, понятно. Док, похоже, только на морских. Да. Только у морских городов, даже у тех, которые на берегу стоят, нельзя построить док. Но это зря. Просто зря. Кстати, здесь вот сеть надо следить за его флотом. Если бы я знал, что доки только так строятся, я бы, наверное, города тогда не на побережье ставил. Это, наверное, плюс 15 к производству боевых юнитов. Тут придется воевать. Придется воевать. Ой, совсем забыл про дипломатический капитал. Курдезас строит флот против Грея. Хотя он, блин, он, по идее, где-то далеко вообще.
Вы открыли генетику. Так, фармацевтическую лабораторию надо построить. Точнее, я ее просто куплю. Это я квест выполнил. Полетных разведчиков-телепатов. Бюро разведки. А, бюро разведки. Мне даже несколько надо. Так, сколько будет бюро разведки строиться? 7 ходов. Ну, смотрите, Грею только на меня нападает. Тут вот у него... Тут у него земля. То есть он явно против меня именно. Wir verfolgen viele Ziele. Vielleicht kannst du sie noch weiter voranbringen. Так, тут... Док тоже я хочу купить. Хотя, по-моему... Не, можно купить. Так. И начинаем строить морские юниты. Вот он уже собирается меня атаковать. Он резчиками, наверное, вот тут снизу пройдет. Тут можно посмотреть, кто что принял, как бы понять. Вот Грей, так, нездоровье, но он все к здоровью типа принял и на энергию.
вбирать и может... А у меня нет никаких защитных. Так, вот тут уже это нездоровье лишнее началось. Выше 20 нездоровья не очень хорошо. Кто-то примостился. Ну, я не знаю. Я индейцу только против меня нападать. Видимо. Здоровье, конечно, поправить. Сейчас еще вот Ампара станет городом, у меня будет вообще 25, по-моему. Лишь к тебе караванчик. Вау. А где-то эти караваны можно посмотреть, которые типа к тебе ходят? Торговые, обзор торговых путей? Да. Да, точно. А Полистралия ты обещал ко мне отправить? Да, сейчас отправлю. Выходный сейчас. Да, надо на здоровье. Ну, у меня вообще, я взял, типа, меньше здоровья, больше здоровья за юниты, вот эти военные, четверть здоровья за каждый боевой юнит под вашим контролем, так что...
содержание юнитов где-то. Вот эти демократизированные расквартирования. Когда вижу этих кракенов, все время вспоминаю эту Алису. Вижу этих кракенов, все время вспоминаю. Едят ли кошки мошек, едят ли мошки кошек? Едят ли мошки кошек? А где все кракены? Дайте мне, я их съем сам. Вокруг Леши плавают, они его оберегают от Грея. Да, оберегают от Грея. Два кракена вокруг Айнца. Это для него как раз таки наука. Вы открыли инженерное дело. Хочешь их это? Того. Нет, я их подкармливаю трупами врагов. Народа, что ли? У тебя там уже спецслужбы? Врагов. Народ мне друг. Да, наверное, надо. Немножко поправить здоровье. Надо сидеть вот тут скорее, следить за флотом. Посмотрите, тут проплывка есть, нету. Инженерное дело открыл. А так мы прилетели на другую планету, высадились, не зная инженерного дела. Вот так.
нас там войнушка, что ли? Звездный кодекс, орбитальная зона действия увеличивается на 8. Походу Грей в защиту пошел. Если будет лазер. Ну да, или лазерные спутники на нас кидать, тоже вариант. Кирсан, вот у тебя там исследователь твой, я тебе дам капсулу забрать, но на руинах предтеч я буду работать. Тем более, что я сейчас буду этого волка-жука убивать, согласен? Что это за задание «Судьба и стихия»? Слушай, Грей, а вот у тебя выше Арши какая-то пещера используется при выполнении задания «Судьба и стихия». Это типа твое задание? Да, это квест. А нафига оно мне тогда показывается? Я могу как-то прийти и помешать тебе его выполнять. Ну, в теории, да. Просто встать там юнитом. Я, кстати, не знаю, можно ли. Я вообще квест первый раз вижу, можно ли ее раскопать, как бы. Ты, наверное, можешь прийти своим исследователям раскопать, не зафейлить квест. Да, он может прийти раскопать, получит с этого производства, а ты получишь невыполненный квест. Да. Круто. Окей. Ты уже идешь? Да. Плыву, плыву. Брасом. Так это на суше, надо идти. Но мне, чтобы туда попасть, надо проплыть сначала. Открывай телепорт. Прыгай. Прямо из города. Отлишил ты нас станции такой прекрасной, она сейчас давал? 20 культурен. Неужели этот город того стоил? Да.
Ну вот от населения у меня нездоровье 15. Если я возьму это соглашение на 10%, то это только на 1.5. Ну, то есть нет смысла брать. Торговля опирается не на потребах, а на справедливость. Курдезас предложение. Грей предложение. Эйкор. Кирсан, я тебе говорю, я не знаю, меня не было слышно, что ли, или что? Я говорю, бери капсулу рядом, а я тебе не дам этот предтеч добывать. Предтечи мои. Я еще специально там инопланетян убил, главное. Торговля опирается не на потребах, а на справедливости. Ну, блин, я тут этого хотел построить. Поселенцу.
Так, какие у нас тут возможные торговые пути? Если максимальная наука из Гран-Экситов в Мадиру. Ну, тут примерно одинаково. Вот я буду получать 6 науки, а Грей 3. Хорошо, а если производство из Гран-Эксита в Ликер? Ну, в любом случае, в Гран-Эксита надо отправить этот торговый. А стояночка тут, он строит. Все равно отправлю. Я всех инопланетян в этом море заборол. Так себе. О, морские юниты получают плюс 100% к защите от дальнобойных атак. Это я возьму. Круто. Это мне понравилось. О, я еще и трутень получил. Трутня. Я получил трутня. Так, давайте глянем, что там Грей принимает. Так, у Курдезаса ориентированность на промышленность и эффективность. Идти к производству боевых юнитов. То есть он все на промышленность взял. У Грея щедрость, приобретение юнитов и зданий за энергию дешевле и склонность к спекуляциям. Вот от торговых путей, проходящих через станции. Ага, вот поэтому он не хочет, чтобы станции. Кирсан, мне кажется, вот дальнюю базу и Амаикане стоило бы уничтожить. Потому что у Грея очень классная способность. У него способность по поводу станции 60% получать. Или ты тоже такую же взял? Нет, ты такую не брал. Они мне дорого. Там тоже у тебя тети живут, да?
пожалуй, на промышленность возьму. Надо посмотреть еще с кем-нибудь поторговать, может. Там у дальней базы 90 защиты. Там не так-то просто ее уничтожить сейчас, мне кажется. Могут возникнуть определенные проблемы. Держи, Лёша, еще один караван. Вау, спасибо. Я к тебе тоже, по-моему, два отправил. Да, так и В принципе, вот тут город поставить, да? Еще тут можно построить. Тоже ничего, такие места. С другой стороны, тут еще строится. То есть как-то воевать... Лично мне за место воевать нету смысла. Так, задание выполнено. Аж два задания. Первое. Ну, это просто мы построили возможность шпионов использовать. А вот здесь что мы получили? Плюс 10% к скорости тайных операций. Отлично. Отлично. Так, две праведности. Боевые мощи против инопланетян, а праведность плюс 2 энергии за каждый уровень праведности или превосходства. Круто. Какое-нибудь другое.
А, блин, я тут сеть не купил, что ли? Давайте мы тут купим. Просто сеть не построим, а купим. Так. Видите, тут на один ход быстрее строится. Что он тут строит, интересно? Так, что у нас по развитию? Грей 2-4. Я 2-2. Мне нравится, как Курдезас ровненько по совершенствам идет. 2-2-2. Паноптикум. Что дает паноптикум? Нажал. Плюс 5 к дальности антиорбитального удара. Все военные юниты получают плюс 1 к радиусу обзора. Хорошее. Хорошее чудо. Да, дальше пойду по военной ветке. Пожалуй. Робототехники, ну, во-первых, самолеты, автоматизированный завод, это плюс 2 производства, энергия от международных торговых путей, фероксидовые шахты еще. Так, давайте теперь резервации инопланетян. Откроем. Пока по квесту мне надо будет построить еще их. Где у нас земной ландшафт? Тут, конечно, дорого 5 энергии, но зато выдает потом очень неплохо. Долго строится, да.
Пойду нефть обработаю тогда. Надо больше здоровья, конечно. Больше здоровья. Потому что штрафы сейчас не очень приятные. А, вот еще гриб. Значит, надо еще 6 грибов найти, активировать. Как бы это странно ни звучало. Какая забавная игра. Мне по основному квесту на совершенство надо отправить торговую подстанцию, а по допке уничтожить ее. Сначала уничтожай. Да, я думаю, хороший план. Так, ну денег у меня пока достаточно. Стоит ли мне ториевый реактор строить? На еду нету смысла, потому что не так много. Давайте, наверное, истребителей построим. Отлично, артефакт. Поднять уровень совершенства на один уровень, я, наверное, превосходство подниму. На побережье или в океане? Не знаю, побережье скорее. Переобходим с фланга на укрепившиеся войска. Давайте с фланга возьмем. Плюс 25% к скорости тайных операций. Это хорошая штука. Ой. Меня тут, кажись, хана моему. Чувачку. Загляните на consoleworld.ru, воспользуйтесь после регистрации словосочетанием «Лёша рептилоид» и получите неплохие бонусы. А на этом пока все. Продолжение смотрите, надеюсь, завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халец, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.